Приветик всем! Сегодня я буду рисовать Дню Святого Валентина открытку. Дню всех влюбленных. Рисовать я буду и лежонка. Для начала рисуем ему мордочку. Такая мордочка. Теперь рисуем ушко. Одно. Затем рядом рисуем другое ушко. Так вот. Теперь начинаем рисовать саму мордочку. Бровки. Щечки рисуем. Другую щечку. И рядом рисуем глазки. Какие у него будут прищуренные глазки. Затем мы рисуем носик. И рядом рисуем ротик. Такая мордочка у нас примерно получилась. Затем мы рисуем ему лапку вот здесь. И рядом рисуем еще одну лапку. Теперь внизу мы будем рисовать надпись на английском слово love. Рядом вот здесь вот рисуем сердечки такие. И с этой стороны также рисуем. Далее мы дописываем слово you. У нас получится love you. То есть люблю тебя. Какая у нас надпись получилась? Love you. Затем далее дорисовываем мишку. Здесь рисуем лапки. Снизу.
еще я тут рисую лапку. Какой у нас медвежонок получился. Подписывайся. Я уже обвела медвежонка и разукрасила в любовь. Далее продолжаем разукрашивать. Делаем как мы будем рисовать розовые щечки. Одна такая щечка. И с другой стороны. Теперь мы рисуем вот здесь вот глазки такие. Прищуренные медвежонка нашего. Вот какие красивые улыбчивые глазки. Затем мы рисуем носик.